продолжаем, господа, мы проходить Far Cry. И теперь мы прям вот его проходить-то и будем, видимо, потому что все ванпосты зачищены, все у нас хорошо, дождь идет, и задача прям по курсу, да? Долго? Да не, недолго. Пойдем к ней. Сейчас будет хорошо прям, хорошо будет, наверное. Я не помню уже тут какой дальше задачи. Вообще не помню, если честно. Привет всем. Пираты напали на плантации Хойта и заминировали поля. Нужно обезвредить мины. Ладно. Готов. Блицкриг! Серьезно? О, по стелсу пойдем? Ладно, пошли по стелсу. Маман, спасибо за отзыв тебе. Я рад, что тебе нравится. Вот психопат чертов. А он весь в меня просто. Он видит, как я вот посты чищу. Я. Хойт пошлет своих псов убрать дела. Класс. Это че? О, вижу сзади какой-то козлы. Почти готово. Угу. Есть. У меня тоже все нормально. Ой, ты что двоишься, друг? Ты не двоись только. Красота, горит все. Но это из-за этих дебилов, которых я убил. Ты где? О! О! Я малость загорелся. Время против нас! Господи, я так и буду гореть, что ли? Ты идешь там, нет? Блицкриг. Здесь еще одна. Давай. Лезь по лестнице на крышу. Как скажешь, друг, уже скомандовался. Готовься. Нормально, нормально. Еще, гражданин. Обманул меня, козел. Мама, вот это мне нравится. Тачка? Черт. Ну пошли. Кто там меня видит? В кого ты стреляешь, чувак? Я вот честно... Оу! Пойдем дальше-то, нет? Он умер. Дяденька. Ладно, я пойду сам. Ты тогда за мной иди. Идешь, нет? Что с ним не так-то, я не пойму. Дядя, ну хорош, ты тебя закакать хочешь, что ли? Что с тобой не так? Пойдем, уже все сгорело, все погибли, мы победили вроде. Ой, ладно, пойду сам тогда, раз он такой никчемный. Мало времени. О. Кто-то кинул гранату. Я пока не слышу, где она тикает. А, вижу, все. Пойдем, чувак. От меня не убежишь, подлайк.
За пулеметом никого. Это очень странно, кстати. Может, он сам разберется? Это последняя мина. Прикрывай. Крою, как никогда не крыл. Разминировай ее. О, аптечки от Nexus. Спасибо, Nexus. Мне так спокойнее будет. Я. О, не люблю я эти ваши орудия. Если честно, я бы вот прям вот с луком бы лучше справился, чем с этого пулемета стрелять. Я слышу вертолет. Я выиграл. Все? Быстро мы победили. Я скажу Хойту, что ты работал со мной. Под маслом босса, я? Но у меня нет списка. Я о списке. Меня осенило, где он может быть. В заброшенном поселке в ущелье. Ладно, проверю. Не забудь заснять виновников. А, еще сфоткать надо будет. Вот это важно. Да, спасибо, что уточнил. Нормально, мы тут повеселились прям. Вот хочу забрать у них все говно, что у них есть. Жетончики всякие, бабленские. Блин, у меня скоро уже бумажник треснет от этих денег. До свидания. А что там надо на новый бумажник, кстати? Можно посмотреть? Я бы хотел новый бумажник. А, нужны две акулы, да? Угу. Акулы у нас тут на побережье, по-моему, водились. Вот здесь, кстати, не... А, вот водятся тут, смотрите-ка, стрельба из пистолета. Давайте сюда бахнемся и две акулы грохнем, чтобы сделать себе нормальный бумажник. Надо делать все по мере надобности. Раз у меня денег пока нормально, будем делать себе новый бумажник. Так. И теперь сюда. У меня есть классная винтовка, которая точно ваншотнет акулу, а может даже не одну. Летим, пердим. Вряд ли они прям тут будут плавать же, да? Они, наверное, будут дальше плавать. Сейчас поохотимся. Если у тебя нет гарпуна, используй Баррет. И не видно ни одной, кстати. Вот совсем мне никого не видать. Давайте на этот камень перебежим. Так, я вижу скатов. А где мои любимые акулы? Черепахи вон плавают. Черепахи — это, конечно, замечательно. Наверное, на них надо с лодки вот охотиться, мне кажется. Чтобы прям совсем было по фэншую. Скат. Это гребаное отражение, конечно, такое себе. Ой, это тут ты глубоко. Как их бить-то под водой? Что, ножичком? О, акула, акула, акула. Сейчас, сейчас, подруга. Да встань ты на это говно. Ты не можешь, что ли, это сделать? Ради меня. Джейсон. Джейсон, дебил. Сейчас, подождите, нужно вернуться. Где она? Вон она. Я не знаю, я попадаю или ей пофигу. Гребаное отражение, чтоб тебя. Ну, по крайней мере, она тут не валяется. Значит, она, видимо, уплыла. Какая прикольная медуза. Ой, фу, жалит. Так, я не понял. Я акулу не убил, да? Не убил. Нужна лодка, короче, да. Охотиться с берега... На акул такое себе. А вот и лодка, кстати. Сейчас все будет. Да Грета, да? Куда же без нее?
Так, ну вот здесь идет лица акулы. Давайте их выискивать. Кись, кись, кись. Как их там? Кусь, кусь, кусь. Подзывать же, да, надо? Серьезно? Что-то как-то пусто, нет? Грета, ты где? Не идет ко мне она. О, мы победили, мам, здесь спасибо тебе за победу. Так, ну где же они? Где? Они же должны. Они очень хотят сюда приплыть. О, привет. Только не тони давай, подожди. А как ее лутануть-то? О, спасибо. Все, бумажник есть. Следующая наша цель — шкура однорогого буйвола. Нихера себе, это какие-то супер редкие животные, видимо, уже. Ну и все, бумажник есть, с баблом проблема решена. Теперь пойдемте выполнять задание вот сюда. У нее кожа. Ну, наверное. Я не знаю. Акула, это же... Короче, да. Метамфетамин. А чё я не продал-то остат? Ну ладно, короче, потом продадим. Нам вот сюда побежали. А в смысле километр, подожди. Это же явно не километр. Вот, 200 метров. Видимо, у меня не сбросилась точка, которую я на акулу ставил. Но это не беда. Что-то он там сказал, заброшенная какая-то херня, и там надо поискать доки. Сейчас списки, вернее, да, списки. О, здесь на водном этом. На скутере, смотрите, как прыгануть можно, а? Будет красивая погоня, я чувствую, когда-нибудь. Вот это место. Надо сделать снимки главарей. Так, а где они? Подожди. Да я с радостью. Ты только скажи, что фоткать-то. Тут вот никого нету. Блин, атмосферненько. Ну, пойдем дальше. Так. Вижу кого-то. Обычные чуваки. Игра хочет, чтобы я поехал туда. А я, может, не хочу туда ехать. А, тут типа обрыв, я понял. Просто, чтобы не мешались. Максимум, так сказать, безопасности нужно мне. Да, этих двоих рубьешь. А если я спрыгну на них? О! Меня заметили. Твою мать. Мой косяк. Да. Сейчас, я придумаю, как их обоих убить. Нормально. По-моему, эта винтовка прошивает двоих. Я, конечно, не уверен, но мы сейчас это дело, может быть, даже и проверим. Старатели со стороны реки. Да, понятно. Так, а где второй-то? А, они там оба. О, ты посмотри. Ты посмотри, какие... Может, им похер на меня. Практи в лагерь старателей не поднимает тревоги. Угу. А они будут ходить-то туда-сюда, нет? Или все, они отупели внезапно? Чуваки, там какой-то камень. Ты посмотри на них. А вот, смотрите, начали ходить. Вот видите, как камни меняют людей. Вот так вот. Так, а вот с этими, конечно, я даже не знаю, как... А я знаю, как их отвлечь. Стрелы жалко, капец. Я вот прям стреляю каждую стрелу, как от сердца отрываю, а? Вы представляете, как жалко их? Не этих козлов, а стрелы мои.
я опередил сам себя, короче. Это понятно, Манкутов, но не факт, что разработчики этой игры в курсе, понимаешь? Они же даже не в курсе, где левая, где правая кнопка мыши, как мы выяснили в этих навыках. О, черт. Че, больно, да, чувак? Я понимаю, да, это стрела в яйца называется. Мой коронный прием. Яичная стрела. Отсюда все будет видно. Ну, ну да, наверное, да. Пойдем прыгнем. Да подожди ты, да подожди, в смысле, подожди, а что мне фоткать, оно же... О, ха-ха-ха. О, так, это теперь объясните мне, что я должен сфоткать, какую встречу, тут никого нет. А, вижу. Вот этот список. Я заберу его. Все, да? Не дайте пиратам уйти. А то грузовик уйдет. Где эти выстрелы, взрывчатку? Ты нормальный, нет? Вместо лука взял, твою мать. Черт, их нужно остановить. Подождите. Подождите, у ракет баллистики нет? О, а я нахера я тогда беру упреждение по гравитации, а? Где мой лук? Да подожди ты, я лук ищу свой. Вот, где-то тут вот. О, все, все, привет. Прости, друг. А что мне надо сделать? А, мне надо забрать доки. Я взорвал грузовик, тебе надо доки забрать. Спасибо, что дали фонарь. Я так люблю ночные перестрелки, когда ни хрена не видать. Просто кайфую. Да. Подожди, а я оттуда смогу? Если я туда... Ну, короче, поехали, ладно. Другого выхода все равно у меня нет. Просто настолько темно, что я не понимаю, короче, немножко, вот, вообще ничего. О, так, мне явно не сюда. Подождите, дайте мне. Видимо, мне туда. Ах, вы скриптовые сукины дети. Ты не ранен? Ха, ты убит. Я надеюсь, вам хоть что-то видно, потому что я страдаю. У меня в окно светит солнце, и я вообще ни хрена не вижу. О! Козел какой, вот это мы с ним обменялись. Да. Вот что я люблю. Прыг, скоки. А можешь быстрее это делать? Вы, ребята, слишком громко болтаете. Если бы не болтали, делали бы вот как они. Там броник, смотрите-ка. Спасибо. И бабло. Это мы не берем. Бабло мы... Ну, возьми. Спасибо. Люблю бабло. Да. Так, победа будет за нами. Это неизбежность.
Есть кто в теремочке? Никого нет. Фига себе. Вы что, сами себя подорвать решили, придурки? Оу, сзади. Ой, ты загорелся, чувак. Вот ты на неудачник, друг. Ой, еще бегут. О, он круче меня. Ты что, охренел? У тебя реакция мангуста прям. Ишь ты. Да, черт, не очень удобно, конечно. Ну и как мне с тебя доставать, извини. Ты сейчас лицо себе врубишь, не надо не трогать сирену. Так, у меня вопрос, короче, что делать-то теперь? Мне не достать. Он, ну, короче, проблема. Что делать-то, а? Как достать-то мне из тебя документы-то важнейшие? Черт, я такой классный путь прошел. Как спецназовец, как Рэмбо, как Шварценеггер в команду. Но и все, что ли, теперь? Ну, я, по крайней мере, знаю, как оживлять трупы теперь. Вот так вот Days Gone начался. Давай, вылезай. Вылезай. Ну, вылези ты, сука, из-под в земли-то. Вылези ты. На тебе в яйца. Давай, вылезай. Он теребонькается, это уже полдела. Да я пытаюсь забрать. Ну, вылезь, сукин сын. Я сожгу тебя нахер. Ой, я, кажется, и себя тоже сожгу сейчас. Ой, короче, я не знаю. Не знаю, что делать-то. А под мостом можно как-то его зацепить, нет? А тут нельзя ложиться, Хаку. В этой игре ложиться нельзя, только садиться можно. Так, ну, пожалуйста. О. Надо найти хитбокс, короче. О боже, какое говно. Что делать-то? Умирать, что ли, заново? Сейчас, подождите, а может... Да какое тут нахрен, нет. Говно идея. Ну, чувак, ну, пожалуйста. Ну разбагуйся, ну чё ты, я не знаю, как не свой-то. Так, может его луком ему? Ну чё там, получается, нет? Ну, давай, я верю в тебя, друг, ты должен из-под земли вылезти. У меня больше стрел уже нету, пожалуйста, вылезай. Ну я не знаю, короче, ну что делать с ним? Я не знаю. Я хочу забрать список, а мне не дают. Ну, короче, так пошло все в жопу. Ты что, выжил? Нахер ты выжил-то, Джейсон? Мне нечем убить себя. Твою... Я знаю, как убить себя. Утони нахер. Все. До свидания. Подохни уже. Сдохни. Джейсон, хватит дышать под водой, сраный ты ихтиандр, подохни. Я не могу, что за говно. Ну сдохни уже. О, кажется, ему поплохело. Но не отвалился, Кирк, я его выключил. Джейсон, подохни. О боже, сколько он может под водой так дыхание задержать. Сдохни, Джейс, сдохни, ты уже не сплешь. Все, хватит руками махать, все нормально, успокойся, все будет хорошо. Сдохни. Ну, я не знаю, что это за херня.
Да не надо, Грин. Если я сейчас вылезу из-под воды, мне придется опять, понимаешь, топиться. Это очень долго. Теперь все будет хорошо, я надеюсь. Так. Ну, мы уже близки, кстати. Я не думал, что у меня так близко. У меня близко заспаунило-то? Отлично, по-моему, просто. Да ёб... моё. Грёбаные базутчики. Ракетчики и все остальные твари. Он вроде нормально лежит, я так в прицел глянул по-быстрому. О! Кажется, мне привет. Как-то они неожиданно появились с обоих сторон. О, да не говори, Казинезис, капец. А вы заметили прикол, кстати? Вы заметили прикол? Мы начинаем как будто бы день, но из-за того, что заскриптован уровень, сразу происходит ночь. Заметили этот прикол? Вот, то есть разработчики изначально хотели, чтобы я ночью страдал, да? Я их понимаю, да. Ночью и так не видно нихера. У него еще и фонаря нет. Да господи. Да ты сдохнешь, нет, сегодня? Спасибо большое. Так, у меня есть одна граната. И знаете, что я с ней сделаю? Я кину ее в тот гребаный грузовичок. Так, все хорошо. Сейчас вот с этими разберемся. Где мой пикапчик любимый? Так, патрошек заберу с них. Спасибо. Ну все, теперь точно все. Так, где там это? Вон, наконец-то. Плохие дела. Пора отсюда сваливать. Да нормально дела? Че ты паришься, я не знаю. А мне надо с ними рубиться или нет? Да пошли вы в жопу, короче, граждане. До свидания, я полетел. Ну, я не умру, я не умру, я не умер. Да, ушел. И правда ушел. Сэм, так, а куда я еду? Подожди. Я достал список. Гуд, я скажу Хойту. Готовься к рандеву. Войди в роль и ожидай у ворот его дома. Ага, ясно. К воротам дома Хойта. Надо подъехать, да? Ну, сперва я, наверное, бахну себя... вот сюда и восполню свои боевые потери, потому что патронов я потратил прям вот нормально, не жалел, что называется. На 200, на почти на 300 баксов потратился, и у меня теперь 6000 могут быть в кошельке находиться. Это прекрасно, по-моему. Пульку съел, да. В зуб попала пулька. Настолько крут он, что просто нет слов. Так, когда-нибудь наступит уже гребаный день, а я вас очень прошу. Я так задолбался уже ночью играть, это кошмар.
Хочу, чтобы день был. Светло, чтобы было ярко-зелено. Чтоб козлики носились по дорожкам. Чтоб хрюшки хрюкали от моих взрывов. И все остальное. Как твои планы убить Хойта? Я силен, как никогда. Передай Цитре, что я убью Хойта. Не беспокойся. Я всегда на стороне Цитры. Ну, конечно же. Деня что-то позвонил. А как войти-то? Заперто же, в общем-то, как бы. Что, надо в другой вход, да, постучаться? Видимо, да. Как это тупо. Но я машину-то оставил у другого входа. Фига себе, у него город-крепость просто. Здорово, Семи! Сделай непроницаемое лицо. Права на ошибку нет. Пошли. Пошли. Пойдем, пошли. Это здравствуйте. Хойти, привет. Спасибо, Сэм. Иди покури. Ты, садись. Где список предателей и фотографии? Вот. Отличная работа, парень. Хочешь сигару в честь победы? Ты устроил неплохое шоу. Вообще не курю. Ты боишься рака легких? Это хрень. Тебя убьет не рак. Так, ты хочешь войти в число моих приближенных, Фостер? Но знай, я вижу людей насквозь. Ты не поседа. Ты берешься то за одно, то за другое. Просто ничего не подходило. Хорошо. Скажу по секрету, знаешь, что делает твоих людей счастливыми? Страх. Итак, хобби. Кулинария, живопись, кино, наркотики. Какое твое? Люблю охоту. Я сам охотник. Благородная профессия. Если мы говорим о настоящей охоте. Я могу предложить тебе отправиться на рынок рабов в Рио, Гонконг, Нью-Йорк. Это всемирное предприятие. Глобализация. Это будущее. Со всех концов света привозят товар мне. Возьми американскую промышленность. Они маркируют линзы цифрами 1, 2, 3, чтобы я мог их видеть, если надел линзу наизнанку. Но почему 1, 2, 3, а не А, Б, С? Чтобы можно было продавать их в любой стране. И угадай, что происходит, когда я их ношу. Вы не видите 1, 2, 3? Вот это самое удивительное. Вот это и есть прогресс. Это цивилизация. Кое-кто просто этого не понимает. Видишь эту лодку? Я удерживаю ее и экипаж, чтобы получить выкуп. Но владелец не хочет вести переговоры за пределами своей страны. Я предпочитаю европейское исполнение. В американских оркестрах слишком громкие духовые. Покупаются и продаются по всему миру. Так же, как и контактные линзы. Мой продукт универсален. Так, я хочу, чтобы ты кое-что сделал. Тут внизу есть пленный. Узнай, кто он есть и на кого он работает. А затем избей его до потери сознания. Сэм пойдет с тобой. Ладно. Я буду следить за тобой через камеру. Не часто приходится видеть профессионала за работой. Эй! Не разочаруй меня. Нормально. Такой прям тип безбашенный. Мне нравится, как его показали. Хорошо говорит. Кого-то бить придется сейчас.
и, возможно, ногами. А, Хойт теперь набирает красавчиков. Узкая жопка лучше разработанной. Слышь, ты что такой говорливый-то, я не пойму. Дайте убить его. Ой, все, короче. Становится все интереснее. Ходят сплетни, что вас убит. Его прикончил какой-то Джейсон Броди. Новенький думает, что он особенный, потому что болтает получит. О боже, вот это они не затыкаются прям. Я король мира! Откуда это уходит-то? Сюда. Конец наступит? Делай дело, и Хойт поверит тебе. А там Дени сидит, а? Ложь. И помни, улыбайся, ты в объективе. Вот, пленник для допроса. Твою мать! Это ж Райли, нет? Блять, Райли! О! Кто ты? Твое имя? Что? Твое имя? Нет! Райли Броди! Ах, май год. Кто привез тебя на остров? Мой брат. И где Джейсон сейчас? Я не знаю. Он думает, ты мертв? Я задаю вопросы! Где он держит друзей? Я не знаю, я просто хочу уйти отсюда. Камера выведена из строя на 38 секунд. Райли. Тут Джейсон? Ты жив. Какого хрена? Ты с ними? Нет, я вытащу тебя. Понял, понял. А где Грант? Его нет, но я здесь. 26 секунд. Окей, мы уходим. Найн, если так, считай, что сам его пристрелил. Мы должны устроить саботаж и убить Хойта. Отвлекаем охрану, а Райли убежит. Найн, он не сможет выйти из здания. Послушай его, а? Я не смогу сам. 9 секунд. Избей его, или Хойт все поймет. Что? 5 секунд. Хорошо, давай, давай. Только обещай, что вернешься за мной. Да давай ему уже в пятак. О. О, еще давай. Так, подождите. Так, подождите. Сейчас. У меня вопрос. Оставь его. Хватит. Ты лучший игрок в покер, кого я знал. Нужно выпить. А, у меня вопрос большой. У тебя получилось узнать его имя. Неплохое владение кнутом и пряником. Ты мне понравился, парень. Слушай, я приглашаю тебя сыграть со мной в покер. Сэм, тебя тоже. Есть деловой разговор. Назначьте время. Я всегда свободен. Хорошо. Отлично. Я передам приглашение через Сэма. Ночь покера! Я хочу убить его. У меня есть план. Мы выведем из строя коммуникационную сеть Хойта и взорвем склад горючего. Паника в его гестапо позволит нам казнить Хойта во время покера и спасти Райли. Das ist gut, ja? Да, очень. Я. Встретимся на складе горючего, когда ты разберешься с центром связи. Это оставит его людей без глаз и ушей, я? Охренеть. То есть, получается, Кит, которого мы спасали, по-моему, одним из последних, если не последним, он, получается, наврал. То есть он видел, как в Райли бахнули один разок, стрельнули. Но он подумал, что Райли... Либо он подумал, что Райли помер, либо он специально, сука, сказал, что он помер. А он не помер, нахрен. А
Вот это поворот. Надо Райли спасать. Я тебя сейчас... Ладно, потом. Теперь набирает красавчиков. Я уже слышал этот диалог. Вы повторяйтесь, джентльмены. Очков у меня 3. Я хотел их куда-то вкидывать. Изготовление за 2 будет 50%. Да это все такое себе. Вот прям... Ага. Давай. Блин, а по ХП ничего нету, да? Закрыто пока ХП. Ну ладно, давайте тут тоже откроем. Так, 2 километра, короче. О, Паша, спасибо за победу. Мы поедем и помчимся вот сюда. Ну, какая быстрая загрузка, прям не успел даже, я не знаю, зевнуть не успел даже. Дайте патрошек, я не помню, я покупал, нет? А, у меня все есть, отлично, пошли тогда. На задание. Да где эта вонючая дверь? Здрасте. Это не дверь. Ой, они тут все одинаковые, кошмар. А долечу отсюда, нет? Отключить Хойту телефон. Давай отключим Хойту. Какой пафосный стал. Ты посмотри на него. И речи-то он произносит. Ты должен взорвать спутниковую антенну, чтобы лишить наемников связи. Пройдешь через подземный бункер. Не пытайся взорвать ее из РПГ. Только дырок наделаешь. Поставь на опоры С4. Это единственный вариант. Ага. Ясно. Ясно. Так, и я пошел. Немного С4 для стальной двери, запирающей вход в бункер, я... Я-я, только у меня нету С4. Закрытая территория. Мне здесь быть нельзя, так что униформа не поможет. Я просто хочу осмотреться, нет ли здесь какого-то секретного лаза. По-моему, нет, я просто так бегаю вокруг, как дурак, и все. Да, ничего нету. Даже гребаных лиан не повесили, чтобы я быстрее забрался. И тут, подождите, вот тут что это такое? Ну, то есть ты, короче, на скалу забраться смог, а сюда забраться у тебя сил не хватает. Ой, беда. В Dying Light бы вам на лицо. О. Ты спишь или дохлый? Не знаю, короче, он спит дохлый. Так, ну давайте смотреть, что тут происходит. Оу. Чуть было, не было. О-о-о-о-о, тихо-тихо. Ну, кажется, стелс пошел по бороде, да? Ау! Мне надо, чтобы... Пожалуйста, убейте меня. Я погорячился. Спасибо. Фу. Кто была же? Нет, та веревка была с другой стороны. Я-то... Ой. Что с визуалом? Короче, надо с этой стороны пробираться и не париться. Да-да. Хотя бы днем все это будем делать. Эту раду. Привет, сэр. Ты должен взорвать спутниковую антенну, чтобы лишить наемников связи. Пройдешь через подземный бункер. Не пытайся взорвать ее из РПГ. Только дырок наделаешь. Поставь на опоры С4. Это единственный вариант. И оставь немного С4 для стальной двери, запирающей вход в бункер. Я? Я. Закрытая территория. Мне здесь быть нельзя, так что униформа не поможет. Угу. И им тоже. Так. Спокойно, размеренно направляемся к победе. Двери сделаны из стали, но есть взрывчатка.
бежит к бункеру! Ты абсолютно прав, друг. Только я не бегу, а спокойненько иду. Ой, бабахнет сейчас, ой, бабахнет. Нормально вообще, нет? Так, я в бункере, ко мне идут. Да вы прикалываетесь? Охренеть, они наломились на меня. Нельзя, да? Ну и ладно. Эта сигнализация заскриптованная. О, меня готовят к чему-то серьезному. Там огнеметчик идет. Нормально. Мудак какой. Ты сдох там, нет? Сдох. Ты посмотри, две, просто две гранаты выдержит. Ты посмотри, какие они терминаторы. Вот, вот я вообще в шоке. Я в шоке от этих терминаторов. Ладно, пошли дальше. Пока все интересно и прекрасно. Больно, правда, но нормально. Мне нравится. Ясно, понятно. Это было больно, но технически классно. Давай, у меня гранаты кончились. Любишь огонь? На, сгори. Он нифига ведь не сгорел, да? Ой, как я не люблю их, а? Ой, как я не люблю. Ну, как, по крайней мере, я придумал, как их убивать по-быстрому. Ого. Собаки. Обожаю собачек. Песики, они такие классные. Большая штука. Надеюсь, C4 хватит. Ага. Спасибо за потрошки, ребята. Абонент Хойт недоступен. Сэм, готово. C4 на месте. Ты где? Кавалерия уже на подходе, мой друг. Защищай взрывчатку, пока я не прорвусь к тебе, и все будет тики-тики. А зачем ее защищать? Почему нельзя просто взорвать и спрыгнуть в воду, нет? Я в укрытии, да. Ай-яй-яй-яй-яй. Помоги,
блин. Кто-то прилетел ко мне. Спасибо за броник. О, чё это, как это я так бросил классно, а? Все, лети лепесток кверху жопой на восток. Давай скорей. Давай, можно взорвать-то? Ну да, и мне уже... Ой, как он быстро улетает. Просто не попасть в него никак. Анимация тарелки классная. Я справлюсь. Это было прекрасно, по-моему. Мы там повеселимся. Ну, ага. Айнс, давай. Пошел. Прыгай. Куда лететь-то? А еще никуда не надо лететь, да? Деннис, я нашел брата, он жив. А что Хойт? Я собираюсь его убить. У него мой брат, Райли нужна моя помощь. Джейсон, ты воин Ракет. Отпусти прошлое. Семейные узы. Ослабляем. Он мой брат. Запомни, теперь мы семья. Вот дурак какой-то, а. Мне вот туда лететь. Неплохо было, слушайте, нормально повеселились. И еще и гранатомет, говорю, бронежилет я утащил, но мне надо все равно подзарядиться. В любом случае, господа, пора сделать прерывание. Так что, да? А где-то миссия-то будет? А, вот она, Сэм. Ну, в общем, короче, портанемся вот сюда, в лагерь Дельта, и все у нас будет хорошо, там подзарядимся. В общем, перерыв делаем мы. Кофеек наливаем и потом продолжаем. Отличный план, приступаем к выполнению. Вот так вот. О, вот я и пришел. А вот знаете что? Вот многие спрашивают, типа, на Ютубе почему отставание? А потому что стрим, вот сейчас мы уже 3 часа в эфире, и он будет делиться на 6 серий. Или на 3. По часу, если тогда 3. Вот, поэтому и так и происходит. О, да. Ну а мы продолжаем Far Cry проходить. Прыг-скок туда. О, опять темнотища, блин. Ну что за херня? Когда же будет нормальный день-то? Ну что это? О, спасибо тебе, Far Cry огромное. Ошибка синхронизации облачного сохранения. Попробовать снова. Пропустить. И чё? Запустишь мне еще раз Far Cry? Боже, как меня этот... Вы были отключены от Ubisoft Connect за бездействие. Пожалуйста, введите пароль учетной записи. Боже мой. Ubisoft, вы такие классные. Вы такие... классные, сука. Просто нахер слов вообще нет. Такие конченые, я не знаю. Я так рад быть в черном списке вот вашем этом. Обожаю там быть просто. И знаете, я каждый раз, короче, ввожу пароль. Каждый раз это говнище присылает мне на почту код. Я каждый раз ставлю галочку «Это доверенное устройство». И, сука, оно все равно умудряется вылетать. Если это будет продолжаться во всех Far Cry'ях, я это не вынесу, я сдохну. Но это правда, это полное говнище. Это тупое говно тупого говна. Сейчас, подождите, запустимся. Извините уже за темный экран. Я ничего не могу. Я могу только вот, да, вместе с вами посочувствовать всем нам. Запускайся, говно. Жизнь какая. Просто введите пароль повторно. Ты прикалываешься, что ли?
Я просто даже не знаю, как на это реагировать. Короче, введи пароль, чтобы войти, введи пароль, чтобы запустить, введи пароль, чтобы сохранить, введи пароль, чтобы сдохнуть. Спасибо, Ubisoft. Отличный софт. Классный вообще. То есть то, что я мышкой теребонькаю, это вообще не в счет. Жесть какая. Ну, вроде все, начинает загружаться. Или что-то у меня все моргает. Это нормально? У меня что-то моргает все вообще. Все экраны моргают. О, вроде все нормально. Говнозаставочка. Недаром у них логотип на говнище похож, да? Вот это ж, ну... Поэтому так и получается. Ладно, продолжаем еще раз Far Cry проходить. Ну а чё? Вот такая вот стабильная игра. Или стабильный лаунчер, скорее даже, а не игра. Денис звонит. Брата, он жив. Блин, мы этот слышали уже диалог, ты бесишь меня. Давай уже прыгать, куда мы хотели прыгать? Где это задание? Боже, оно не появилось еще? О. Я собираюсь его убить. У него мой брат, Райли нужна моя помощь. Джейсон, ты воин Ракет. Отпусти прошлое. Семейные узы. Ослабляй. Он мой брат. Запомни, теперь мы семья. Да пошел ты в жопу, Деня. Иди вон своей этой Шакире, как ее там, Рапире. Я забыл, как зовут эту вот повелительницу снадобья. Наездницу, так сказать, племени Ракьят. Не, Кирк, наверное, ассасины пока как-то вот не лежит у меня душа. Вот Far Cry как-то заходит мне, а ассасины, не знаю, не знаю. Смотрите, я летун космический, на любом расстоянии просто. О. Ну, Сэмми, чё ты тут стоишь, грустишь? Что необходимое? Сувениры. Мне так давно хотелось оживить это место, как говорят у нас в Америке. Сэм, ты американец? Я. Мой отец был морским котиком. Я родился, когда отряд был размещен в Техасе, а потом его перевели в Германию. А, дядя Сэм. Я понял. Ага. Отец-основатель, я думаю. Будешь с этим разбираться? Забудь. Давай украсим наш торт свечами. Да не буду я, наверное, гостриконы проходить. Кирк, я не знаю. Высекни нефтехранилище. Я встану за пулемет. Стреляй, твою мать! По-моему, он не помогает мне ни хрена. Допусти меня, твою мать. Кто здесь? По-моему, план Сэма такой себе. Врываться на джипики. Ну, давай попробуем медленнее это сделать. Аккуратнее. Стреляй. Ну, стреляй, твою мать. Он будет что-то делать или нет? Такое ощущение, что он вообще ничего не будет делать. Молодец, молодец, что-то взорвал. Пойдем дальше. Сэмми, вот впереди. Что-то можно пострелять в это, Сэмми. Какой трындец, что за тупорылая миссия? Ну, я не знаю, слушайте. Какое-то говно, нет? Сэмми, ты будешь что-то делать вообще? Смотри, вот тут еще одна бочка есть. Вот, смотри. Так, и чё? О, чёрт. Давай.
Короче, либо выходить из машины вообще самоубийство, либо вообще надо идти пешком, потому что Сэмми ничего не может. Но это капец, что он... Можно я встану за пулемет, пожалуйста? Ты не в состоянии, Сэм. О боже, когда я чувствую, эта миссия надолго застрянет у меня в памяти. Сэмми! Ну вот что это такое? Как? Ну я буду сидеть лечиться, я не знаю. Нормально, нормально. Сэм, там впереди пулемет. Вон впереди пулемет. Можешь его победить? А я пока пульки повыплевываю. Я не пойму, он помогает мне или нет? Мне стрелять бензобак каким? Короче, я оставлю тебя тут, развлекайся, я пошел. Задолбал этот Сэм, никчемное говно. Хорошо, плюс-минус. Так, динамитус закладусус. Скриптовые парни, да? Сейчас бахнет. Ты посмотри, он до сих пор не может справиться с этим гребаным джипиком. Ну что за фигня? Ладно, я пошел, короче, будь здесь. Развлекайся. Нельзя, да, отключить? Угу. Никого нет? Сейчас скрипты сработают и появятся. Я не вижу ни хрена просто. Да туши это говно. Ужас какой, какой кошмар. Да, достань ствол, твою мать. Ой, какой тупой. Он все еще горит, чтобы вы понимали. Он не хочет тушиться. Я тебя живьем, как снайпер бьет. О, приехали. Бам. Короче, да, придется делать все самому. Сэмми как-то сегодня не в духе. Патронов нет у меня совсем. Тут тоже нет, да? Он выжил после этого взрыва, прикиньте. Нормально вообще, нет? Так, то есть 20 патронов. В луке, считайте, 10 стрел, да? Да, это будет сложно. Трошки не выпадают с вас, ребят? Сэмми, может ты скажешь мне, где взять патронов? Потому что у меня с ними реально напряженка. Нету тут в грузовичке это, нет? О, может они тут были? А я не заметил? Да вроде бы нет.
Да если бы они там и были, я их все равно взорвал, так что нормально все. Надо экономно, значит, что делать-то? Я не буду прорываться без патронов. А, ну да, скрипты, конечно же. Внутрь зашел. У меня проблемы. А, еще бронежопик, да? Я прикончу тебя с особой жестокостью. Ну что за... Ну как ты? Тут же нет ящика, твою мать. Да вы прикалываетесь, что ли? Че такое-то, а? Да, это проблема, конечно. Когда у тебя коллизия такая вот ублюдская, надо собрать все стрелы, потому что это ж не последняя история. 9 стрел. Вообще ни о чем. Они, короче, просто куда-то вот, я не знаю, врезаются в стену и все. И патронов я тут не наблюдаю. Где же патроны? Патроны. Очень хочется. Да хитбоксы просто топчик. А, и сработал скрипт, они заспаунились. Ой, беда, ой, беда. Ладно, нам все равно надо где-то найти патронов. Это жопа какая-то. Я куда я там? Сколько у меня? 11 стрел, что я с ними сделаю? Где-то же они должны быть, ну? Я не понял, он открыл свое крыло и убился об землю же, да? Правильно? Я правильно заметил? Ага, ага, я понял, да. Прикольно, прикольно, да? Прикольно, нормально вообще. Мамзель, спасибо, бот Александр, за победу. Я просто охерел. Я охерел вообще. Кого они бьют? А, они Сэма убили. Нормально. Как он только здесь очутился, я так и не понял. Короче, это самая ублюдская миссия на данный момент, которая была в третьем Far Cry. Че помер-то, я не пойму. Че у тебя машина пляшет, Сэмми? Я не понял, как его убивают так быстро, но, короче, его убивают так быстро, да. Блин, с патронами полная жопа. Смотрите, он даже... А чё у них за оружие? РПГ, а? А у тебя чё? Вот с этой винтовки разве он не умеет поднимать патроны? Потому что, походу, мне придется бегать с ней.
МП-5 придется оставить, потому что иначе мне просто не затащить. Давайте. Триггер сработай, появитесь. О, видите, сразу. Почему он все время винтовку берет? Валяли мне немножко по лицу-то, вот немножко. Ууу, как хорошо, красиво. Приведи Сэма к центру управления, твою мать. Иду, Сэмми, иду. Нас еще убьют его опять. Кто меня видит? А? Сэмми, кто меня видит? Где мой... вот, пожалуйста, верните мне, спасибо. Поехали. Все, счастливы? Счастливы. Занимай пулемет. Я иду внутрь. Ну, наконец-то. Так, следующий нахрен. Это что, ракета? Сейчас одну секунду пулю съем. Я поведу. Сейчас рванет. Давай, ехай. Так будет намного лучше и эффективнее, поверь мне, Сэмми. Убей их! Кайса! Ой, не попал я в бочечку. Смотрите, у каждой машинки бочечки стоят. Клево, да? О, боже мой, ты водить-то где учился? Что происходит? Это все? Я понял. Ясно, понятно. Победа! Получилось! Америка, в рот вас! А теперь закончим дело. Убьем Хойта за покером. Давай, краба. Встретимся у дома Хойта. Ну, прям отряд неудержимых одержимых, я не знаю. Так, где дом Хойта? Вот дом Хойта. Но я сперва бахнусь вот сюда и пополню свой боезапас. Потому что, ну куда это нахрен? Это какашка. Вот мой чемодан. Так, тут что-то я пособирал с этих придурков. Пойдем. К дому Хойта. О, господи, опять у меня эти навыки. Куда их тратить-то уже, я не понимаю. Хладнокровный, мастер-фармацевт. Я этим особо не пользуюсь. Двойное убийство с ним. Ну, давай возьмем, потому что, ну, а чё бы нет-то? Так, ХП у меня до сих пор не открылось. Можно бронюшечку. Здесь я вообще, по-моему, все открыл, да? А вот осталось одно. Торговец. Ну,
Ну ладно, что, берем это, берем там это, берем, что там у меня еще есть свободное, вот это возьмем. Короче, мне просто уже качать нечего, я не знаю, капец какой. А, ну да, стрелять нельзя. Я что-то уж сразу нажал, начал тыкать арбалет, свой лук. Привет, я был в городе все это время. Ха! Ну что, друг мой, готов к делу? Или нужно подождать? Ведь когда мы начнем, пути назад не будет. Подождите, что? С этого момента доступ к острову и другим заданиям будет запрещен. Вы сможете продолжить после того, как история завершится. Слушайте, у нас финальная миссия, что ли? А как так-то быстро-то? Подождите, Far Cry такой маленький, что ли, третий? Я спрятал нож в ботинке. Отвлеки его, когда я скажу «сдавай». Да, понял. А, привет, парни! Входите! Присаживайтесь! Прикиньте, Хойт пронюхал. Могу я вам что-нибудь предложить? Хотите поесть? Орешков? Нет. Забавная игра, покер. Спросите о ней на улице, и вам скажут, что все зависит от везения. Но Сэм скажет, что главное — это блеф. Да, Сэм? Я. Но это не так. Главное — заставить игрока играть до разорения. Ничего, у меня еще есть. Подожди, я не буду... Я не умею. Ну, 30 хочу поставить. А как поставить-то? Результаты, ставка... Во. Поднимаю. Отвечу. Ставлю столько же. Высшая карта... Непонятно, короче. Поднимаю. Ну, отвечу. Окей. Только же. А чё, опять мне надо ставку делать? Ну, давай. Давай еще. Я не знаю, что делать-то, а? На. Поднимаю. Кол. Отвечу. Я пропущу. А я что могу сделать? Я могу поднять, опустить. Ага, это не то. А как мне взять карту? Я вот хочу карту себе. О, господи, что с камерой такое? А карту две пары. На. Угу. Можно взять, да? Что-нибудь? Нет, нельзя? Господи, как в это говно играть вообще? Короче, давай. Все, сейчас я вас победю. Отвечу. Отвечаю. Серьезно? Вы все в ва-банк идете? Я в жопе, да? Оу! Здорово. Ха, надо же! У нас одинаковая карта. Давай поднимем ставки. Не возражаешь? Фостер? Джейсон Броди? Или как там тебя еще? Уже не помню. Ты считаешь меня идиотом? Я в жопе. Продолжим игру. Сдающий слева, так? Но он не может. Думаю, он пропускает сдачу. Сэмми. Так, я видел, как ты встретился с Райли. Я чуть не расплакался. А меня нелегко разжалобить. Признаюсь, я тебя недооценил. Ты пытал собственного брата и уничтожил половину моей компании. А можно мне опять ва-банк? Я только так умею играть в покер. Ха! Но пусть фишки лягут, как им положено. Я тебя прощаю. В смысле? Ты меня не будешь убивать?
Назови свою цену. Все имеют цену. $1 миллиард. Вы куклы, а мы дергаем за нитки. Так работает вся система. В жопу систему. Блин, какой-то говно. В жопу систему, ладно. Знаешь что, Джейс? Я сделаю тебе поблажку. По-моему, тебя сделали потише. По пальцу за проигрыш. Думаю, я начну с безымянного. О, ему палец отпилили. Джейс, теперь мы никогда не поженимся. Ты мог бы стать моим человеком. Получил бы деньги за каждое убийство. Пошел ты! Я не получаю от этого удовольствия. Стойте, это что, опять да. Финальный босс-файт в бреду? Ну давай, старик! Пробел. Нажмите левую кнопку, правую кнопку, левую кнопку. Ты разочаровал меня, Джейсон. Ты не навестил своего маленького брата Райли. Где он? Не волнуйся. Я продал его одному типу из Йемена. Он любит молодых. Я убью тебя! А как он? Влиятельные друзья, они найдут тебя. Как он с ним дерется? От тебя ничего не останется. Не можешь выиграть! Все карты у меня! Да чего же ты боишься, а? Твой брат уже на аэродроме. Не боишься опоздать на рейс? А, я отложу вылет. Это такой стиль, типа, да, у них, видимо? W я прозевал. Так, хотели объясните мне, дебилу, как он вырвался от двух чуваков с автоматами, которого держали. Чуть замотал себе палец. Подожди, я не понимаю. Райли, мне нужно на аэродром. Живо! Какого хер? Где выход-то, вашу ж мать? По кусечке. Это Броди! Нет, это не я. А как мне? Подожди, да подожди. Ну, я понял, что вы крутые. А как выйти-то отсюда? Сейчас пульку выковырю. Ой, не выковырю. Подождите, я не понял. Как так вообще? Они играли-играли, ему отрезали палец, и тут начинается босс-файт, а потом я просыпаюсь, всех убил, короче, в бреду, да, в своем? Палец замотан, все нормально, надо ехать в аэропорт. Как он их всех отхерачил-то? Я не понимаю вообще. Райли. Нужно на аэродром. Живо! О! Можно в окно? Да, боже мой, иди нахер, пожалуйста, спасибо. Тихо ты, грёбаные анимации. Неужели они хотят сказать, что я должен всех убить? Не, я, конечно, могу всех убить, это без проблем. Да не пойму я на монтаже смотрю, это бред какой-то, это бред же какой-то, бред, странно это все. Может у них про такой стайл, типа, может в будущих Far Cry'ах такая же история будет. Я просто как-то вот, неожиданный поворот. Так, сейчас. Давай.
О, господи, да туши ты себя, твою мать. У тебя с этим огромные проблемы, Райли, говорю. Бля, и меня сейчас штурманут так. Ну-ка, пустите нахер меня. Да понятное дело, чего уж тут скажешь. Кто-то стреляет опять в меня. Ну что за безобразники, я не пойму. Кто это? Ладно, побежали, короче. Нехер на них время тратить. Вопрос только, смогу ли я выбраться с этого гребаного города. О, скрипт сработал, ребята подкатили, да? Все, до свидания. Оу, стекло разбили, суки. Почему она светится белым? Я потом новый стол куплю. Трюкать как следует. Ау. Ну зато хоть видно теперь. Алло? Джейсон, ты где? Они всех собирают, я не знаю куда. Помоги. Кто? Я тебя не слышу! Сюда как можно быстрее. Это кто? Что за хрень? Аэропорт уже близко. Кто это звонит? Так, одну секунду. А не достать мне. Не достать. Колесо пробили. Не едет что-то мое ведро. Я сейчас сру опять. Ну можешь чуток вот. О, я попал, ребята, я попал. Идите в жопу, спасибо, до свидания. Сейчас он полечится, все, поехали. Я не знаю, доеду я на такой. Короче, я пошел пешком, нахер все. Да попробуй меня поймай, неуловимый нахрен. Если только скрипты опять не произведут со мной злую шутку. Эй, где Райли Броди? Где он? Ты у кого спрашиваешь? Подожди. Где, где, кто где? Вон там, я вижу, все, тихо, спокойно, нормально, все. Одном из этих зданий. Да, давай это проверим. Эй, я здесь! Я тебя живьем зашарю. Да в смысле? Ну, какой ты какашка, а? На помощь! Держите его, он какой-то! Нет, ну ты нормальный вообще, через окно-то поливать по мне. Я вот жду твоего друга с огнеметом, а он не выходит, ну хер с ним. Вообще не пройти. Это убийца, Хойта! Сюда! Ой, как больно! Ой, как больно! Тихо, спокойно. Ай, ай, ой, ай, ой. Господи, туши эту херню свою. Так, их много. Сейчас одну секунду. Я, походу, сразу в правильный дом пришел. Слава богу! Получилось. Слава богу! Я думал, что ты не придешь. Нужно бежать отсюда. Да я бы и не пришел. Я уж думал, что не увижу тебя. Черт.
Боже, разработчики, засуньте эти коллизию себе в жопу, пожалуйста. Да хорош ты стрелять-то. Ой, он не берет автомат, когда горит. Сейчас он встанет. Ну точно, встал. Все патроны так просру. Как-то он странно, вы не думаете, что он очень странно вспыхивает? Вот он сначала не горит. Короче, ты нажимаешь потушиться, а он не тушится. В общем, ладно. Вертолетик. Вертолет водишь? Нет! У тебя же есть права! Да, но на самолет! Значит, учись сейчас! Что? О, черт! Убить его! Давай, давай! О, это мне нравится. Музяка, огонь. Тянь-тянь-тянь-тянь-тянь. Давай. Ты запустишь это говно или нет? Класс. Лети уже, говно, что ты завис-то. Силу, хорош. Вот и все, отъездился! Я думаю, я потопил твой лифтгор! В смысле, подожди, теперь откары взрываются? Ангары взрываются просто так. Боже мой, боже мой, боже! О. Откуда летит-то, я не пойму, сейчас собьют. А зачем он прилетел сюда-то? Зачем он обратно-то прилетел, идиот и кусок? У нас ХП нет, мы сейчас упадем. Тачки на мосту. Ужас какой. Ну, я не знаю, может полетим там куда-нибудь мы. Чё ты кружишься, это как баран. О, боже мой. Нормально вам так вот спаунить? Продолжай! Улетай домой, ублюдок! Хер попадешь. Готов, вертолет! О, боже, как его мотает. Держи прямо, а? Наконец. Мы вырвались! Ты как профессионал! Да,
Да, я хорошо учился. Удерживай этот курс! Остальные уже ждут нас! Хорошо, хорошо, я смогу, смогу. Да, ладно. О, это круто! Нормально, мне понравилось. Много бреда, но весело. Весело, задорно. На бред это нормально. Нормально, нормально. Главное, хоть сдох. Вас сдох, все сдохли. И даже Сэм сдох. Бедный Сэм. Жди здесь. Твою мать, начинается. Что тут? Лиза, ты... Черт. Да, конечно, Лост. Буду. О, опять мамзель выиграла всех. Спасибо, мамзель. Джейсон. Где они? Доктор. Где мои друзья? Я не смог остановить лесных воинов. Цитра, тварь. Да ладно. Прости. Они забрали твоих друзей. Ууу, вот это поворот. А я думал, Цитра нормальная. Да, Доки все. Откинулся. Бедный Доки. Доки сдох. А мы... Мне нужно в храм. Абсолютно. Ты вот прав, как никогда. Райли, нам надо идти сейчас! Блин, а что за говно? Как так получилось? Дай мне оружие нахер. Дай оружие мне. Не дает. Где все, черт возьми? Цитра, что с моими друзьями? Я рада, что ты вернулся с победой. Эй! Куда ты уводишь его? Я помогаю тебе. Да опять это говно началось. Боже, Джейсон, ты такой тупой, я не знаю. Прими на себя. Большой, сильный, могучий. Зачем тебе становиться тем, кем ты был? Сейчас ты совершенен. Короче, она такая же, как и братец. Я дала тебе уйти с этой ношей. Путь освободил тебя, но очищение не завершилось. Не понимаю. Я люблю тебя, Джейс, но ты не даешь мне отдать всю любовь. Я ты знаю, дай мне в руки пулемет, я тебе сейчас отдам все, что в нем есть. Смотреть, как ты страдаешь. Цитра. Я лишь хочу помочь тебе. Любить тебя таким, какой ты есть. Боготворить того, кем ты стал. Скоро все закончится. Я отведу тебя на алтарь. И ты освободишься от прошлого. Короче, да, у них это семейное, походу. Нормально, нормально. И тогда... Я твоя? Да нахер ты нужна, полоумная, твою мать. На корм акулам даже не бросил бы тебя. Они бы и то отравились нахер. Тупорылая тварь. Жопа, падла. Цитра. Пусти меня. Давай, развязывай это говно. Мышка левая, мышка правая, пробел. Давай, я знаю, как это делается, ну. Че, опять будут титьки, что ли? О, господи, ладно. Давайте бахну 18+. Ну а че, я не знаю. Вдруг там, правда, титьки. Я не помню этот момент совершенно. Все, повесил. Иди по пути воина. Иду по пути воина. Все началось, короче. Вот то, что я больше всего ненавижу Far Cry, финалит Far Cry. Ну это как так вообще работает? Ты могуч, как и те, кто был до тебя. Наши забирают людей, но не возвращают. А это кто? Сильный воин, ты за
заслуживаешь последнее тотал. О, боже мой. Все они падут к твоим ногам. Ладно, я просто буду жать вперед и пить кофе, ладно? И ты таскаешь все это оружие, и у тебя все эти жуткие тату. Говоришь, ты что, только потому, что у тебя тату на руке? Я сложу их с Эйзом. Мы все твои. Это твой. Ты живешь в мире фантазии. Я все это сотру. Что это? Дойди до конца. Иначе все, чего добился, все татау, все, что сделал на острове, будет стерто. Ну и классно. Я готов в бой. Я готов, вот, давай. Твой клинок. Отлично, нормально, давай его сюда. Спасибо. Дай мне это говно, а теперь напрягись, будет больно. О, тихо, ты дурак, что ли? Алло. Прошу. Да подожди, что ты трогаешь-то? Алло, тупорылый, угомонись. Встать на сторону цитры, спасти друзей. Конечно, друзей, ты че, какая в жопу цитра? В жопу ее, тварь тупая, коза. Ты больше не будешь воином и героем. Твои друзья разъедутся. У них будут дети. Скучная жизнь. Нормально. Останься. Джунгли навсегда станут твоими. Ты всегда будешь королем. Давай ножик ей в лицо вгоним, будет, пожалуйста. Тебе не придется уходить. С насилием покончим. Все. Хватит крови. Джейсон, посмотри на меня. Будь со мной! Они пошла ты нахер! Нужны. Твоя сила в тебе самом! Джейсон, я люблю тебя! Джейсон, что ты делаешь? Цитра спасла меня! Спасла всех нас! И ты отвергаешь ее любовь? Покусички? Спасибо, что смотрели. Услышимся в новых видосах. Я люблю тебя. Да, иди ты нахер, дура. Нет, все, спасибо, не надо. Не надо. Бросай меня. Мне жаль. Угу. Ну что, нормально, Деня? Нормально ты сделал, полудурок? Классно? Что я наделал? Цитра! Цитра, пожалуйста! Не бросай меня, Цитра! Цитра, прости меня! Класс! Цитра, пожалуйста, вот нет! Это хороший бросай финал. Меня! Нормальный финал. Все полудурки получили по заслугам. Класс! Цитра померла, вас померла, и Хуид тоже померла. Вот в этом наркоманском угаре их непонятном, конечно, такие себе босс-файты, я думал, что будет чуть по-другому. Я убил столько людей, что потерял счет. Я не могу забыть об этом. Я монстр. Я чувствую гнев внутри себя. Но я спокоен, где-то внутри меня есть что-то. Что-то лучшее. Все, титрики пошли. Блин, слушайте, короче, я кайфанул. Я прям кайфанул. Третий Far Cry действительно шикарен. Я знаю, Дмитрион, что есть по-другому. Я понял, да. Нет, на самом деле очень-очень правильный финал, потому что у тетки мозги потекли. Если бы она... Вот если бы она ничего бы не делала, никого бы не грохала, никого бы не приводила, он бы просто привел своего брата на лодку,
спокойно бы их отправил в Америку, вернулся бы к Цитре, и жили бы они долго, и натирали бы этот меч-кладенец, твою мать, и вот это вот все. А она решила какую-то херню сморозить с его вот этим жертвоприношением. Ну что это за бред? Тем более, что она в курсе. Она в курсе, что Джейсона мотивировало спасение брата. Ему срать на всех этих татау, обосрал вот этих всех товарищей. Ему надо было брата спасти и друзей. Он это сделал. Короче, ненормальная она. Цитра это. В общем, господа, спасибо вам огромное, что были со мной эту серию стримов и все эти видосы, кто на ютубе досмотрел до финала. Это не конец. Мы пойдем в четвертый Far Cry, конечно же, только чуть попозже. Спасибо всем, кто поддержал. Услышимся в новых видосах и на стримах. Да. Покусички. Я тебе покупаю покусички.